Друзья, всем привет! Меня зовут Тихон, вы на моем канале, и сегодня я покажу, как правильно и вкусно пожарить стейк филе миньон. Ну а прежде чем мы начнем, не забывайте подписываться на мой инстаграм, чтобы первыми узнавать о выходе новых рецептов, роликов и видеть все смешные моменты закадровых съемок. Давайте начнем. Стейк миньон или стейк филе миньон – это один из самых ценных стейков, которые существуют из говядины. Этот кусок толщиной примерно 4,5-5 см берут из говяжьей вырезки. Посмотрите, какие они мраморные и красивые. Замечательные прослоечки жира и никаких пленок и жилок. Мне нравится перевязывать стейк филе миньон бечевкой. Мне кажется, он так лучше сохраняет свою форму, да и выглядит очень эстетично и красиво. Нам нужно добавить соль и перец с двух сторон нашего стейка. Я из тех людей, которые считают, что стейк все-таки нужно солить до приготовления. Немного соли и перца с каждой стороны. Прямо перед приготовлением. Толстостенная сковородка, столовая ложка подсолнечного масла и максимальный жар. Даем сковородке хорошенько нагреться. И для ароматизации нашего масла в будущем головку чеснока разрезаю напополам. Стейк филе миньон – это один из тех стейков, которые не делают голубой прожарки, то есть с кровью, а стараются довести до прожарки медиум. Для этого я буду обжаривать его по 2 минуты с каждой стороны. Сковородка должна быть очень горячей, чтобы от масла был еле уловимый дымок. Дымок пошел, можем выкладывать наши стейки. И туда же отправляю чеснок. Красота. Переворачиваем. Закидываем к нашим стейкам ароматное сливочное масло и по 30 секунд с каждой стороны. И снимаем наши стейки. И хорошему стейку нужно полежать отдохнуть хотя бы 2-3 минутки. После этого будем его нарезать. Вот так легко и просто мы добились прожарки медиум. Ну а мясо нежнейшее. Хрустящая корочка и нежный центр. Фантастика. С вами был Тихон. Не забывайте подписываться на канал, ставьте ваши лайки, пишите комментарии. И до скорых встреч. Пока.